Здравствуйте, дорогие мои зрители, гости моего канала. С вами Татьяна на канале «Сокровища Уральских гор». Вот такая у нас с вами сегодня подборочка от фирмы «Бастет», мастер Оля, город Асбест Свердловской области. Итак, давайте мы с вами посмотрим вместе на всю эту красоту. Милые, трогательные, вот такие конфетки турмалиновые, с серьги, камешки прозрачные, смотрите, и вот такие турмалинчики еще розовые, вот такая красота, такая милота на тоненькую мочку и на любой прокол. Длина 32 миллиметра, 8,3 карата, турмалины полихромники и турмалины в огранке. Забайкалье 12 тысяч, стоимость этой красоты. Вот такие серьги. Это змеевик или серпентинит, вес одной серьги 5,7 грамма, занижение штифта 5 миллиметров, на любой прокол и на любую мочку. Длина 37 миллиметров, квадрат 20×20, змеевик, средний Урал, 4600 рублей стоят серьги. Нежность и милота. Серьги перо. Вес одной серьги 2,5 грамма. Занижение штифта 7 миллиметров. На тонкую мочку и на любой прокол. Длина 28 миллиметров. Овал 7,3×5,3. 2 карата. Сапфир розовый, Шри-Ланка. 14400 рублей стоит эта сказка. Вот такое колечко с забайкальским гелиодором. Милое и в то же время очень роскошная. 4,4 грамма, 18 размера колечко, 5,6 карат гелиодор. Забайкалье 6800 рублей. Целый мир в камне. Смотрите, показываю близко-близко. Вот он, целый мир. Как положено, с включениями, со шторками. Вот такая брошь. Шикарный камешек. Брошь-цветок. В филигранном исполнении. 6,4 грамма. Длина 52 миллиметра. Вставочка 18×14. 10,2 карата. Посмотрите, какой роскошный камень. Он из иризации, и прозрачный, и богатый камень. Берилл средний Урал, 10800 рублей. Второй ряд. Вот такие сережечки. Вес одной серьги 3,9 грамма. Занижение штифта 4 миллиметра на любой прокол и на любую мочку. Очень стильные серьги. Очень. Длина 38 миллиметров, 17,5 карат, вес камней. Аквамарина Бразилия, 9800 рублей. Всю дополнительную видео-фотосъемку, пожалуйста, предоставлю вам по вашему запросу. Красота из красот. Родонит Орлец. Россия.
Длина серьги 42 миллиметра, 29 на 18. Это камни. Родонит прозрачный. Вот так. Ой, у меня и пальцы прозрачные, и камни прозрачные. Все получается прозрачным. 10 800 рублей. К этим шикарным камням есть у меня вот такое кольцо. Можно вместе, можно отдельно. Все, все, пожалуйста. Камни роскошные, конечно. Так, вот так. Вот, вот. Красота из красот. Вот в таком брутальном исполнении. Размер 19, 19 и 2, 37 на 18 вставочка. Родонит Орлиц Россия, 9850 рублей. Вес изделия 17,4 грамма. Камень огромный в этом подвесе. Огромный, это значит ничего не сказать. Смотрите, двойной каст с чернением, чуть подальше. Вес изделия 15 грамм, камень высоченный. Цвет просто фантастический. Длина 55 миллиметров, камень 33 на 22 и на 11. 51 карат вставочки. Аквамарин Бразилия, 20 000 стоимость этой красоты. Фантастической красоты. Камень, конечно, бомба. Так. Кольцо называется «Романс». Вес изделия 13,7 грамма. Колечко в белом родии. Размер 19,5-20 со сказочным турмалином. Овал 20 на 18, 17,6 карата, вес камня. Турмалин розовый рубелит Забайкали 26 400 рублей. Смотрите, какой роскошный камень. Камень прозрачный, с включениями и с эффектом разноцветных звездочек. Вот такая сказка. И вот так будет у вас на ручке. Солидное, дорогое, статусное кольцо. Класс. Третий ряд. Наши любимые цитрины, помощники в ведении бизнеса. Цитрин лимонный Бразилия. Все цитрины абсолютно помогают бизнесменам, бизнесвумен, бизнес-леди, всем. Размер 18, овал 22 на 16 и на 11. Все внимание на камень. Роскошнейший камень. 22,6 карата. 10 000 стоимость колечка. Вес изделия 8,7 грамма. Вот такая сказка. И вот такой роскошный камень. Кольцо называется «Вальс». 8,4 грамма. 18,7-19 размер. Овал 12 на 9. 2,9 карата. Черная пал Эфиопия. 19 200 рублей. Давайте еще вот так покажу. Вот так. Это будет на солнце. Фантастический, сказочный опал. Для аквамарина просто гигантские камни. Гигантские. Длина серьги 52 миллиметра, вставочка 30 на 20 миллиметров, 31 карат. Аквамарины парные, спешу заметить. Бразилия 19 200 рублей. Вес одной серьги 7,4 грамма. Занижение штифта.
4 миллиметра на любой прокол и на любую мочку. Вот для сравнения давайте вместе их посмотрим. Вот эти серьги. Смотрите, при одинаковых швензах вот так это все выглядит. Маленькие серьги 9800 рублей, а с большими камнями 19200 рублей. Вот такая сказка. 7,8 грамма, колечко в белом роде, аквамарин Забайкалье, 9,5 карат. Аквамарин в огранке. Огранка всегда очень дорогая, потому что вот запускается в огранку, во-первых, идеально, сырье должно быть идеальное, с минимальным количеством включений, и его должно быть в разы больше, чем будет выход. Ну, раз в 6 точно больше должно быть. То есть, чтобы получить 9,5 карат, надо как минимум 60, а то и 70 карат запустить. Вот такой кристалл запустить в работу. Поэтому дорого. 24 тысячи стоимость этой красоты. Размер 19. Вот так будет у вас на ручке. Красота. Ну и хочу закончить свой сегодняшний показ вот таким колечком. Они у меня периодически бывают. Это рубин с рубинами в данном случае. Рубин натуральный в белом роде. Золочение Мьянма. 5,3 карата. Овал 14,3 на 10,3, размер 19,5. 31500 рублей, 6,2 грамма, вес изделия. Все внимание на камень. Кольцо роскошное, кольцо дорогое. Естественно, украшение, так как украшения, скажем, есть бюджетные, есть не очень, у меня для вас есть возможность рассрочки. Все, пожалуйста. Вот так это все выглядит близко-близко. Ну вот на этом, наверное, мы с вами и закончим. Всего вам доброго. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.